Предоставить ветеранам Великой Отечественной и лицам, приравненным к ним, стопроцентные льготы на целый ряд обязательных платежей. Верховный Совет в первом чтении принял законодательную инициативу, автором которой является глава государства. В документе говорится, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, узники фашистских гетто и концлагерей, жители блокадного Ленинграда, трушеники тыла и еще ряд категорий граждан должны быть освобождены от уплаты ряда обязательных взносов. Это стопроцентная скидка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в пределах социальных норм, освобождение от уплаты обязательных страховых взносов, освобождение от уплаты подоходного налога с физических лиц, освобождение от местных налогов и сборов, от уплаты земельного налога, освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц, льготы при оплате за патент в виде 100% снижения платы за патент, бесплатное социальное обслуживание. В ходе обсуждения выяснилось, что рядом предложенных льгот данная категория граждан уже пользуются. Депутаты согласились принять законопроект в первом чтении и поручили профильному ведомству к процедуре второго чтения доработать документ.